Итак, я приветствую вас, дорогие друзья. Это римская экспедиция, многострадальная римская, как говорится, экспедиция. И смотрите, какой у нас расклад на данный ход. Итак, как я понял, сейчас основные силы вестготов сосредоточены, само собой, вокруг нового Карфагена. Это, по ходу дела, остался, ну, помимо Малакии, последний крупнейший город, да, со стенами. Скорее всего, он вестготам будет стратегически важен, потому что отсюда и флот идет, да, получается, вестготские. Кстати, они отжали Валенсию обратно. Вот гадина, а? Видимо, придется потом посылать, захватывать обратно это все добро. Ну, это ладно. Короче говоря, пора сделать, наверное, стрелковую армию. А, ну да, для этого нам сначала надо уровень численности населения набить. А уже потом думать. Так, ну нам сначала, само собой, надо экономику поднимать. Поэтому сейчас все очки пока что в постройку нужных построек уведем. Так. Ну что, наши стеки готовы, поэтому можно, в принципе, сразу и выводить. Здесь, конечно, стоит быть максимально внимательным. И вообще, знаете, что сейчас сделаем? Давайте, наверное, добьем сначала басков вот здесь вот. А потом только нападем на наших вестготских друзей. Или, как сейчас любят говорить, наших вестготских партнеров, блин. Да, поэтому начнем с басков, давайте. Они, я смотрю, уже начали обратно отстраиваться, что я, конечно же, не хочу. Я хочу им в первую очередь воспрепятствовать. Поэтому давайте продолжим экстерминату с наших противников именно с них. Блин, вестготы тем временем начинают освобождать территории. Точнее, освобождать угнетенные народы, опять освободили берберов. Ой, чую, затянется эта битва. Не ожидал я такой прыти от них, если честно, и не ожидал. Так, ребят, свалили. Так, все, казармы построены, и это, мать твою, офигенно. Так, у кого там конкретно? Вот у этих, по-моему, да? Все, теперь у нас антисигналы, ребята, наверное, крутые. 38, да. Броня 63, защита в ближнем бою 65. Только строятся они, к сожалению, два хода. Но зато, наверное, ребята будут того стоить. Так, ну что, освобождаем Илики. Чтоб на нас в случае чего не сагрились. Так. И, в принципе, сразу можно брать новый Карфаген попробовать. Агенты уже тут как тут. Так, порча припасов. Ну-ка, дайте ёб твою дивизию. Два с половиной стека почти, да? Так, плюс еще гарнизон в новом Карфагене. Так, ну что, есть вариант пока что спрятаться в лесах. Или переждать здесь. Знаете что, давайте пока просто дойдем до границы, наверное, да? Ну, тут ребят пока стоят. Да, давайте пока что постоим тут. Пока восстановим полностью свои силы, свои войска. Да, блин, нельзя просто так взять и всех перехерачить, кого только хочется. То вот это, конечно, очень жалко. Да, и чтобы новую армию построить, опять же, надо ждать целых, получается, 6. Ну, количество населения 6.
А Вестготы сейчас так и будут вокруг нового Карфагена стоять, а мне бы тут пригодилась бы армия вот как раз-таки Византии. Потому что тут у нас велики шансы, что нас тут расфигарят банально. Да не будем мы вам выплаты давать, идите нафиг. Но с другой стороны, тут Римская империя, да, у них тут военный союз. Ладно, хер с вами. А то вдруг еще за место нас они их выберут. Мне это не надо. У нас и так там денег жопы жри. Почти 300к. Свебы, блин, херебы. Так. Еще раз пробуем. I will come from the darkness. Так, что у них тут? О, дальность перемещения минус 75. Вот это уже совсем другое, как говорится, дело. Так, ну что, потихоньку выходим. Форсируем реку. Пока давайте вот так вот сделаем. Покомпактнее поставимся и будем смотреть на результат. Ну, они пока благоразумно пускают только агентов, да? Чтоб нам поднагадить. Так, эти куда-то дальше сваливают. Блин, странные ребята. Но они, блин, они как саранча, они сейчас начнут, наверное, дальний регион освобождать. То есть мы здесь сейчас пока защищаем юг, они там будут все остальное защищать. Вот саранча, действительно. Сплинармии не хватит на это все дело. Нахер пошли. Короли самозванцы. Угу. Цель достигнута. Чё ж мы выполнили-то? Так, Вечный Рим. Выполнить любое из условий победы. Добавлены новые задачи, казна 2000. Ну, ладно, неплохо. А, к нам еще новые ребята подошли, что ли? Феомон из Египта? Вау. Так, вот это вот сейчас, кстати, очень даже кстати. Ребятки подошли. Спасибо Юстиниану, не ожидал от него такой прыти. Действительно, королевский подарок. Только, опять же, надо внимательнее сейчас... по морю плыть, потому что, опять же, у нас уже было несколько неприятных опытов. С нас хватит, как говорится. Так, ну что, можно уже осаждать тогда новый Карфаген, собственно говоря, да? Так, поселение, видимо, лютое. Блин, целых два хода. Нехорошо это все, нехорошо. Пока что можно сделать? Попробовать расхерачить этих ребят. I am yours to command. I have completed my mission. Так, на 50%. Блин, ну они лагерем стали. Вот это вот, конечно, неприятно. Ладно, пока что ждем, осаждаем. Рабочая сила так доступна на этом ходу 2. Стоп, а если... Стопы. А как вот у него дела? Тоже 2. Блин, жаль. Ну ладно. Остаемся. Make
Ну да, видимо, опять же, у нас рабочей силы не хватает, что в течение одного хода это все сделалось. Плюс ко всему, опять же, не забываем про то, что Новый Карфаген это все-таки очень большой город. Чё? Убили все-таки, Велисария опять ранили. Как они задрали, действительно. Так, действия у них до сих пор непонятные. Нет ли нас еще раз попробовать разбить? Нет, они как-то как сранче расползаются. Но с другой стороны тоже верно, потому что сейчас у Римской империи-то не хватит сил, чтобы все регионы освободить явно. Так, ну ничего, ходик еще подождем. Блин, что-то начали уже проваливаться, ребятки, да? Так, еще ход, и все будет готово. Друзья мои, еще ход. Так, где наши? Давайте подплывем пока по добру, по здорову. Потихоньку сейчас заодно опять захватим берберов. Shall we hack at each other? Да не пошли бы вы 10 тысяч вам платить, а? Слишком много чести, как говорится, и, блин, мы уже с вами кровные противники. Да, ну, конечно, более упоротого противника я, конечно, давно не встречал, надо сказать. Гребаные Вестготы. Блин, даже с Остготами не было таких трабл, как именно с Вестготами. Это просто какая-то жесть. Так, у ребят эпидемия, это хорошо, это даже очень хорошо. Уходят в освоеси, шикардос. Вы это видите? Вы это видите, друзья мои? Блин, я в ахере, если честно. Итак, просьба Антонины Фотии. Ну-ка, чё у нас тут? Чё там опять Антонина просит? Дорогой мой супруг, как же я рада слышать, что в тебе наконец-то проснулись отчасовские чувства. Ты в коем-то веке проявил интерес к Фотию. Дело в том, что Вели, что мне очень больно это признавать, но Фотий ведет себя просто отвратительно. Не знаю, где он такого нахватался, мы ведь воспитываем его личным примером. Но сейчас он превратился в избалованного интригана. Он распускает чудовищные слухи о других детях, лишь бы оставаться моим любимчиком. Знаешь, ты ведь умнее меня, если он соврет тебе в глаза, ты ведь ему не поверишь, да? Недавно он рассердился, что я не увеличила ему содержание, и теперь я боюсь его мести. Я знаю, что про нас с Фио ходит много грязных сплетен, а с него вполне станется разворошить этот болот. Короче, блин, тут слишком много текста, сука. Смена религии. Смена религии вам не поможет, падлы. Так, ну, сейчас тогда придется однозначно ждать наших теперь друганов, которые придут к нам по морю через раз, два, три, четыре. Ну, короче, долго ждать, потому что что с этими ребятами делать, я решительно не понимаю. Откуда у них такие резервы, я просто в ахере. Ну, благо, Новый Карфаген мы захватили, да, и у них получается, ну, не знаю, у них, блин, по идее, должна же уже экономика-то лопнуть. Ё-моё. Блин, а тем временем, смотрите, как разрослись франки. Поэтому с франками сейчас вообще не стоит воевать. Так, отношения вроде как улучшаются. О, Юстиниан уже 64 года. Обалдеть, стареет Юстиниан. Будет забавно, если мы все-таки увидим его кончину.
Так, ну а что у вас Гота? Так, а Вестгота-то сваливают, получается, да? Но все равно сейчас не вариант идти вот на этих ребят. У нас, конечно, войска круче, но они, блин, могут шапками закидать. Вот в чем вся проблема. Баски уничтожены. Шикардос. Итак. Просьба Юстиниана. Чё нам говорит Юстиниан? Привет тебе, Велиссарий. Нередко случается так, что доблестные полководцы, искушенные в военном деле, проигрывают битвы в собственном доме. Достаточно вспомнить царя Ахава, великого воина и мудрого политика. Поддавшись влиянию Изавель, он прогневал Господа и погубил не только себя. Поэтому ты должен понимать, что твои, казалось бы, личные дела могут быть тесно связаны с судьбой империи. Ясно? Так твоим... Угу. Антонина скандалы в столицу устраивает? Мне больно отдавать такой приказ. Ага. Тому, кто служил мне столько долго и безупречно, но я уверен, что он принесет благо в первую очередь тебе самому. Ты должен перестать слушать свою жену. Это все. Итак, собственно говоря, что нам сделать? Отказаться от Антонины и заслужить милость императора и получить подкрепление, либо убить Фотия, да? Связать свою судьбу с Антониной и получить огромное богатство, но потерять честь. Знаете, все беды из-за баб, поэтому я думаю, освободившись от бабы, мы все сделаем как надо. Пошла нахер, проститутка и мразь. Оу, е. Потому что мне нужны подкрепления, мне нужны подкрепления. Сейчас, ой, как нужны. Так, сколько у нас там в армии человек-то уже? Бля, 60 всего. Бля. 140, да? То есть еще столько же, но надо больше, еще больше. Печалька. Так, поможем нашим агентам пока. Шикардос. 75%. Молодцы. Молодчики просто. Так, ну ждем, ребят, ждем. Не, все, ваша песенка уже будет спеть скоро. Сейчас было бы неплохо, если бы они бы еще голодали. Но они почему-то, суки, не голодают. Видимо, хватает им еще земель, хлеба. Ну, зато к нам сейчас Юстиниан зато даст подкрепуху. Ребятки сейчас уходить особо не собираются, как я вижу, да? Здесь-то расправятся там с дальними возготами. Итак, значит, благодарность Юстиниану, что он нам дал. Сказано в Писании. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и жену свою, и станет они одной плотью. Я знаю, что тебе, насколько тебе тяжело отвергнуть женщину, которая много лет была с тобой единым целым. Однако я могу предложить тебе новую невесту, возрожденную империю. Ты доказал свою абсолютную преданность. Я считаю тебя самым ценным из моих соратников. Посвяти себя служению моему делу, и ты поймешь, что размолвка с супругой стала для тебя величайшим приобретением». Итак, политические последствия на 50 ходов ближайшие, то есть плюс 10 к Римской империи вся фракция. И подкрепуха. Ну, шикарно. Я так и знал, что все проблемы из-за баб на самом деле. Так, стратег автократор. Угу. Вроде как самая последняя технология, да, изучилась. И теперь у нас трибунал и штаб. И можно будет клебонариев теперь переобучить в буцеларии, что мы сейчас незамедлительно сделаем, само собой. Прям в первую очередь. 361. Но ничего, это того стоит. Смотрите, такой апгрейд-то неплохой довольно. О. Ну что, стали мы крутыми ребятами.
Так, вот теперь мы поиграем по-настоящему. Вот, тем более, что буцелари, они еще как бы подешевле стоят, а на самом деле по всем-то остальному они круче. Даже снарядами могут немного пулять. Это меня очень радует. Так, что дальше строим? Так, я думаю, пищу сейчас в самый раз надо поднять нам с вами. Так. Ждем, короче. Так, а где подкрепление? Подкрепление пришли, да? Шикардос. Так, сколько у нас сейчас? 80. Обалдеть, блин, 10 тысяч, чтобы было прибыли, еще содержать вот это все добро, я вообще в шоке. Да какую надо бы экономику иметь? Ну да ладно, насчет экономик ты там еще рано думать. Сначала надо разобраться с нашими друзьями, блин, возготами. Так, ну я думаю, сейчас экстренное снабжение в самый раз изучить, пополнение плюс 5, я думаю, будет как раз в тему. Так. Тридцать две тысячи мы сейчас на это все дело потратим. Так. Давайте вас теперь поочморим. Отлично. Критический успех. Шикардос. То есть нам еще, чтобы было 140, соответственно, 3 стека надо. По 20, да? То есть... Еще полностек будет 100, еще полностек 120, еще полностек 108, 140. И при... О, блин, сколько же их тут есть-то, блин. О, отлично, византийцы сейчас строят ребят. Итак, упрек Антонины, Фотии. Раб, позволяющий хозяину разрушать свою семью, трус, мразь, короче, сука. Это все ты, Велисарий. А еще ты рогоносец. Сплетни не врали, я была тебе неверна. Более того, у меня в постели побывало больше мужчин, чем ты убил во всех походах. Слушайте, значит, не зря мы кинули свою шлюху эту гребаную. Так. Только теперь проблема в чем? У нас снижение сплоченности идет на 10 ходов, и контроль ослаблен. Контроль минус 1 из-за недавних событий. Ну и хер с тобой, мразь. Простить не, блин. Так, видимо, сейчас тогда придется нам децимацию делать. Ну, чё поделать? Жена, сука, а? Сука, тварь. А, ну чё поделать? Так, давайте сразу, наверное, на сушу переместимся, потому что, блин... Сейчас может нас этот ВМФ... Возготов подловить, и мне этого бы, конечно, очень не хотелось бы. Так, давайте тоже децимируем все. Так, далее, что нам изучать? Принуждение к сдаче было бы неплохо. Длительность осады противника минус 1, для портовых городов вдвое больше. Вот как раз очень актуально. Давайте этой технологией займемся. Так, ждем, пока ждем. Так, византийцы сейчас будут предпринимать обходной маневр, как я понял, да? Виктор из Одессы и Аристомах из Ники, ага. Пойдут вот так вот. Может быть, отвлекут на себя внимание, кто его знает. Плюс ко всему, ребята здесь, как я смотрю, потихоньку подыхают. Так, ну что, может, немного подойдем? Давайте подойдем пока, тем более у нас уже и буцеларии, в принципе. Яйца у нас стальные, железные, мы уже мало еще боимся.
Но, тем не менее, здесь почти что 3... О! Так, вот это вот как... О-о-о-о-о, охереть! Да, вот это византийцы, кстати, молодцы, отвлекли на себя внимание остготов, точнее, вестготов. Так, потихоньку тесним мы до Малахи. До Малаки, до Малаки, вестготов. Последний крупни... Блин, спасибо Византии. Блин, они их вообще разбили просто как детей. Так, шикардос, шикардос. Так, вот это сейчас вообще было на красоту. Так, теперь можно, в принципе, браться за Малаку без каких-либо проблем, я думаю. Блин, их тупо разбили. Причем на голову. Конечно, да, для Византии тут Вулкания почти, блин, всю свою армию потеряла, но все. Теперь-то, я уж думаю, все их силы должны быть истощены полностью и беспощадно. Так, плюс ко всему, тут еще кораблики уже теперь Юстиниана, да, с армией класс 1 Марция. Юстиниан решил поработать флотоводцем у нас с вами. Ну что, все, кончилась вестготская армия, да? Не вижу я их больше. И это просто отлично, это просто вообще шикарно. Так, византийцы, дайте, помогайте им. Помогаем, ребят. Осталось немного, сейчас еще зачистим юг. And widows will weep. We shall put aside swords and draw the bow. The arrow will strike where it will, and we don't... Так, ну вот и берберы с нами тоже решили повоевать, да? Что же это их выбор? Это их выбор. Но мне, если честно, уже откровенно пофиг на это все дело. Раздолбаем их и так. Тем более, что наши ребята уже наготове. Так. Ну, теперь еще доходим до Малаки. И устраиваем, соответственно, осаду.
Так, пищу у нас 100. Маловато. Так, рыночная улица. О, слушайте. Однозначно строить. 2000 на дороге не валяются явно. Так, давай-ка мы тебя тюкнем. Отлично. Все, сейчас захватим Малаку, а дальше уже, как говорится, дело техники, да? То есть можно даже армии будет разделить. Там одну послать, вот эту последнюю крупную армию завалить, да? И заодно захватить Валенсию, а вторую армию послать уже на оставшиеся два города. И, в принципе, будет вин. В Испании, да, по крайней мере. Потом можно будет отдыхать. На заслуженном отдыхе. Только смотрите, они как тараканы, короче, видите, уже отплыли куда. Вот ублюдки. Чёртово дерьмо. Подкупить, конечно. Как иначе? Такс. Все, дайте поддерживать армию. Так, мы потихоньку опять сейчас приходим к берберам и насаждаем им тут истинную демократию и духовность. Все, шикардос. Так, ну что, все, теперь, в принципе, тут здесь можно отдохнуть пока что. Так, и надо сплоченность поднимать. В первую очередь. Так, что у нас, мятеж через 31 ход, да, в принципе, норм. Времени еще достаточно. Такс. В принципе, все, теперь можно переть клинками, например... Освобождать Валенсию ту же. Здесь уже как бы все решено. Да, вот так, конечно, с трудом, помаленьку, потихоньку, но вот как мы видим. Расслаивается Вестготская эта империя. Недолго им осталось. Так, давай, берем последний крупный город у этих ублюдков и потихоньку кончаем с ними. Так, что у нас тут? Давай логистика, да? Пополнение войск. Как можно быстрее нам вполне пригодится. Такс. Что у нас осталось? Фактически последний рывок, да? На Гитспалис можно пойти. И на Гадос. Гадес, да? Или там на что ударение обычно ставится. Так, здесь сейчас аккуратнее надо быть, потому что опять какие-нибудь мрази из ниоткуда могут появиться. Не люблю рисковать. Но давайте их как-нибудь вот так вот проведем. Тут потому что уже рядом византийские войска, поэтому я на них надеюсь. Так, откуда эта скотина появилась? Ну-ка, стоп. Надо бы поручить этих скотин. Так, итого у них получается три области, да? Гиспалис, Гадос и вот та вот. Дальняя. Ну, я думаю, сейчас захватим потихоньку. Блин, сколько же они нам нервов попортили, ребят. Сколько же нервов. И
Плюс ко всему их еще сейчас надо будет отлавливать обратно, да, потому что вроде как после уничтожения всех поселений они, ну, точнее, за захвата, да, они все равно остаются. Ну а самое главное, да, конечно, лишить их ресурсов, лишить их поселений, тогда они полностью ослабнут. Тогда с ними уже другой разговор будет. Так, ну чё, Гиспалис сейчас падёт. Так, стоим лагерем. И, соответственно, Гадес. Ну, до Гадеса еще надо дойти, к сожалению, очень далеко. Так, ну мы пока тут постоим. Нам, в принципе, норм. Так, и потихоньку выходим на сушу, Шукардос. И сейчас дойдем до Валентии. Валентия — это вроде последнее поселение, да? Если не считать Гадес, который остался у Вестготов. О, неужели мы с ними разберемся, ребят? Не думал я, что дойдет до этого часа. Но, тем не менее, так оно и есть. Да, если не помогут вам уже ваши агенты, ребята, вообще не помогут. Можете даже не рассчитывать на это. Да, ну, у бедных вестготиков уже эпидемия началась, я так думаю, не без помощи воителей византийских. Явно не без них. Так, в Карфагене еще у нас восстание, говорится, неизбежно. Да, я думаю, это не будет особой проблемой. Так, все, надо кончать с ребятами. Раз и навсегда. Так, ну а теперь можно и воссоединиться. И добить оставшихся. Так, пока что стоим. Пока что стоим. Так, вот что-то тут забыл, скотина. На дно. Все, берберы теперь нас мучить не будут. И тревожить тоже. Так, давайте сплоченность поднимем. Сколько у нас там... Децимацию может провести? Не показано сколько, но на всякий случай давайте проведем. Лишним явно не будет. Так. Ну, пока что все. Осталось теперь только до Валентии дойти. Да, децимация, да-да-да. Да не помог уж, не помогут вам уже ваши агенты, ребят, успокойтесь, успокойтесь. Ваши дни уже проведены. Вестготы, от вестготов останется вскоре лишь воспоминание. Походу, это последняя какая-то боеспособная армия, но на самом деле они там уже все сейчас передохнут от эпидемии. Ну и после этого, само собой, можно будет эпично отдохнуть. Потому что, да, столько всего случилось, это, конечно, вам. Это вам не это, я хочу им сказать. Так, принуждение к сдаче выучилось заодно очень неплохо. Так, давайте жизнь вас сзади потихоньку изучать. А потом передовые методы осады у нас будут доступны. Можно мастером
шатер мастера Сталлера, Столлера, шатер мастера оружейника и все в этом духе делалось. Что меня очень воодушевляет. Так, ну что, ребят, а теперь вы будете потихонечку медленно умирать. Я вроде как оказался прав. Так, ну что, теперь я думаю разобраться с возготами у нас это лишь дело времени будет, да? Рано или поздно они в ловушку все равно попадут. В нашу с вами сделанную. Я уж не знаю, на этом ходу или не на этом. Но в нее они в любом случае попадут. Так, пока что становимся. Небольшая прибыль, тем не менее, пока что. К сожалению. Но, как говорится, это временно. Так, военный инженер. Не надо. Так, все, стоим все лагерем. Отлично. Так, ну что, попытаемся сейчас поймать последних ребят. Чё? Блин, да, ловить их сейчас, конечно, будет крайне неприятно. И еще трабла основная это заключается в чем? Она заключается в том, что даже вот если мы сейчас на франков пойдем, разобравшись с вастготами, они нас поддерживать-то не будут, потому что отношения у нас не особо, и почему-то в дипломатии там эти варианты закрыты, судя по всему, навсегда. Ну, посмотрим, что можно будет сделать. Так, где я там вастготов-то видел? Где-то здесь они там плавали, да? Вроде как. Или мне показалось? Да не, вроде все нормально. Так, ну где-то их там последняя армия, вот она, да? Чё, я думаю, надо добивать. Однозначно. Ну, тут уже без вариантов. В принципе, я на них даже не буду сейчас особо как-то размениваться. Так. По-моему, осталась у них там какая-то одна одинёшенькая армия, да? С одним только полководцем. И где-то они прячутся в лесу. Искать их как-то мне совсем неохота их. Ну, тем не менее, сейчас посмотрим. Может быть, сейчас агент наш найдет. Нет. Пока что не вижу. Но где-то он здесь, вот явно, я чую. Поэтому сейчас надо поиски сократить. Где-то он здесь должен быть. Насколько я помню, он к побережью ходил. Я, правда, не знаю, куда он дальше пошел. Так, давайте рост экспедиции потихоньку. Так, или склад. Ладно, пусть будет склад. Пока что будем постройки в новых армиях делать. А, эти скотины уплыли. Где-то здесь они сейчас. Блин, понятно, понятно, понятно. Но это, я думаю, в принципе, мы уже сами без них справимся. Так, приплыли обратно на сушу, ублюдки. Блин, я их просто хочу добить уже в этой серии. И эту серию закончить, собственно говоря, вот так вот красиво. Как красивой нотой, да, на убийстве именно последнего вестгота. Опять он Валентию захватил. Козлина. Ладно, короче, сейчас опустим эти детали. Сейчас я до него добегу, дойду и все-таки
закончим мы эту серию вот именно уничтожением возготов уже полностью и целиком. В кошки-мышки сейчас только побегаем, мальце, да и все. Ну что, друзья мои, вот мы и добрались потихоньку до последнего поселения возготов. Так, и где наши агенты? Давайте им под конец поднагадим. Порощ припасов. Да, давайте им по порощу сделаем. Отлично. Он накопление усталости плюс 20. Неплохо. Очень даже неплохо. Итак, ну что, вот они наши пацаны, ребятки. Давайте идите на последний бой. Дайте им люлей, дайте им поджопников. Как можно больших. Итак, я даже попробую справиться сейчас самостоятельно. Одной армией. Ну и думаю, каких-то особых проблем у нас не возникнет, поэтому... Давайте-ка на этом пока что эту серию и закончим, и, соответственно, следующая серия, да, у нас будет ознаменоваться последним таким, знаете, последним дыханием возготов этих странных, наконец-то. Наконец-таки я их дожал. С вами был Тямыч, Римская экспедиция, это бессмысленная, беспощадная экспедиция, это авантюра Юстиниана, сучонок, я тебя ненавижу. Всем пока и целую, да, прям в попку.